Алло. Добрый день. Вас приветствует компания «Водофон Украины». Меня зовут Екатерина. Как я могу к вам обращаться? Валерия. Здравствуйте, Валерия. В нашей компании проходит обновление базы данных. На ваш номер телефона вместе с моим звонком было отправлено смс-сообщение с кодом идентификации. Если вам не сложно, можете посмотреть, пожалуйста, и продиктовать его. Сейчас посмотрю. Я не вижу. Одну минутку, пожалуйста. Сейчас посмотрите, пожалуйста. 13:08. Одну минутку, пожалуйста. Далее вы можете уделить минуту своего времени? Да. Вам необходим персональный пароль для приложения MyVodafone, состоящий из 6 или более символов. Английские буквы в него могут входить и цифры для вашего личного кабинета. Только такой, чтобы вы не забыли. Это небольшая такая формальность. Это сейчас надо? Да, если вас не затруднит. А я сам, у меня там стоит какой-то, вроде как. Это наша новая услуга для вашего персонального кабинета. Ну, я могу... Если вас не затруднит, такой, чтобы вы просто не забыли. Мы вам поможем. Ну, у меня там стоит какой-то пароль. Это вы вошли уже туда, да? Нет, нет, еще не зашли никуда. Это новая услуга. Для вашего личного кабинета вам необходим персональный пароль из 6 или более символов. В него могут входить английские буквы и цифры. Так, ну с паролями я сама, наверное, разберусь. А сейчас у меня написано, что вошли здесь в хит у мобильный додаток MyVodafone. Да, да, вам приходит сейчас уведомление. Так как мы сейчас обновляем базу данных, вам приходят сообщения и уведомления. Мы с вами связываемся лично, поэтому. Угу. Алло, Валерия? Да, да. Будем обновлять или не будем? Да нет, ничего не будем, пусть так. Не будем, да? Хорошо, спасибо, хорошего вам дня, до свидания. До свидания.